Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем делать с вами вот такую вот красивую снежинку. Легко и быстро она делается. Но перед началом работы прошу вас поставить мне лайк и подписаться на мой канал. Ну что ж, приступим. Для того, чтобы сделать такую снежинку, нам понадобится клей, ножницы, карандаш и 2 квадратных листа двухсторонних. Цвет вы можете выбрать совсем любой. Для начала мы загибаем одну сторону нашего квадрата. Потом складываем в треугольник. Сложили. И еще раз. В этой снежинке самое главное не перепутать, чтобы она была у вас не вот так, не вот так, а то она не получится. Вот. Потом мы берем и произвольно делаем вот такие наброски. Например, получился в виде лепестка. Здесь можно сделать, ну я сразу делаю, чтобы вырезать дырочку. Можно здесь сделать как треугольные квадратики, ромбики. Теперь мы берем ножницы и прорезаем так, чтобы вот до сюда как бы не отрезать. Нарисовала. Разворачиваем. У нас с вами должна получиться вот такая вот заготовочка. Теперь мы берем клей, и который в середине, вот эти вот, мы мажем уголочек и приклеим к середочке. Все 4 лепесточка. Вот должна получиться заготовочка. Со вторым квадратом мы проделаем то же самое. Ну вот, мы сделали с вами вторую заготовочку. Теперь мы берем ее, переворачиваем и здесь серединку смазываем клеем. И приклеиваем так, чтобы у нас как бы получилось в шахматном порядке. Смотрели лепесточки. Ну а в серединку можно приклеить вот сюда вот либо стразинку, либо то украшение, которое вам понравится. Но я сделаю кружочек из другого цвета. Смазываем клеем, приклеиваем серединочку. Ну вот вот, друзья, мы с вами сделали вот такую вот красивую снежинку. Спасибо за просмотр, до новых встреч!